последнее интервью самоубийцы. Она снимает уже. Уже снимает? Да. А, более-менее видно, только пальцем не закрывать. Это не-не-не-не-не, только видите? Чтобы вас было видно, а больше ничего не трогать. Да, да. Пока вы не выйдете. Давайте. Удачи вам. 3-4. Ха-ха! Я вернулся обратно, да. А то войти можешь любой, а вот выйти можешь не каждый. Ой, не говорите такие глупости. А что-то я вас не вижу в этом в экране. Видно, видно, все в порядке. Да? Конечно. Ну не знаю, я вас не вижу. Потому что солнечно. Только пониже. А, теперь все понятно. Давайте. Ну, нырните хоть разочек-то. Постепенно входят. Постепенно. Сразу нельзя. О! А теперь уже можно. О. Ха-ха. А. Да. Холодно? Попробуйте потом. Потом будет после меня. Мы договаривались. Ладно. Там далеко. Сюда не пойду. Далеко не плавайте. Ну что, класс, вот. Конечно, класс. Я представляю. Это защитная реакция какая? Так. Сейчас мы еще раз снимемся для перестраховки. Опа! О! Так, сейчас отключу ее. Так. Так, хорошо. Так, раз вы такая храбрая, значит, давай вы еще сделаете... Давайте. Так, Натя, выключайте. Видела вас. Все думают, что я сумасшедший, а я думаю, что все сумасшедшие. Опа! О!